Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Вот очередная монета, которую я хочу предоставить вашему вниманию. Это так называемая монета буржуазной Прибалтики, одной из стран Литвы. Монета отчеканена во времена Первой Республики. До Второй мировой войны. Это 10 литов, на которой мы видим Антанаса Сметона. Это первый президент Литовской Республики, который родился 10 августа 1874 года, а умер 9 января 1944 года в США. Ну, его считали некоторые считаются как он диктатором, но кому-то это нравится, кому-то нет. Поэтому оценку будет давать история, а не я. Вот монета эта выпущена, приурочена к 20-летию Литовской Республики. Как раз видите, 1918-38. Соотношение сторон здесь медальное. Как вы видите, медальное это значит без поворота на 180 градусов. Монета изготовлена из серебра 750-й пробы. Вес этой монеты 18 грамм. Диаметр 32. Толщина монетки 2,5 миллиметра. Имеется гуртовая надпись на литовском языке, которая переводится как «Национальная власть в единстве». Каждая малая страна, конечно, борется за суверенитет. Ну, вот такая вот монетка. По тиражу. Тираж этой монеты 180 тысяч штук. Тоже очень небольшой тираж. И в таком состоянии монеты, ну, немного дошли до нашего времени. Цена ее... Но в состоянии very fine она тоже стоит где-то долларов 60. Но вот в таком состоянии, конечно, в таком состоянии, именно за состояние, можно будет выручить за нее долларов до 150. Наверное, больше она не пойдет. Ну, минимум 100. Минимум 100. Ну вот, пока. Думаю, вам понравился этот обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. С вами был канал Олег и Ко. До свидания.